Друзья, привет всем! Вы меня просили, чтобы я вам рассказал об инвестициях, об акциях самым-самым простым языком. И сейчас я это сделаю. Каждый из вас, кто в этой сфере очень-очень далек, после этого видео уже сможет покупать акции. Я вам все сейчас просто на пальцах, блин, объясню, расскажу. Итак, ребята, погнали, смотрите. Что такое акция? Акция, смотрите, проще некуда, это часть бизнеса. Вы не покупаете акцию, вы покупаете бизнес. Все, забудьте о слове акция. Вы покупаете крошечную часть бизнеса. Вместо того, чтобы покупать iPhone, вы покупаете бизнес, компанию Apple, которая производит этот iPhone. Это намного лучше так поступать. Ребята, мы покупаем бизнес. Все, мы покупаем крошечную часть бизнеса. Все, вот эта акция. Это вам все, что нужно знать на первом этапе. Теперь идем дальше. Как купить эту маленькую-маленькую часть компании? Тарас, расскажи, покажи, на каком сайте ты это делаешь. Ребята, я это делаю на двух сайтах. Есть два сайта. Не будем говорить брокеры. Забудьте о слове брокер. Есть сайт. Я вкладываю деньги, по сути, в сайт. Правильно? Все. Есть два сайта. Interactive Brokers и TraderNet. Вот самый простой из них, TraderNet. Ссылку на него я ставлю в описании. Смотрите, всего лишь два поля. Показываю на примере с телефона. Два поля. Почта, пароль. Вводите почту, пароль, нажимаете зарегистрироваться. Все, все, ребята, регистрация там простейшая. Можете посмотреть в Ютубе. Также эта регистрация подробная, прям пошаговая, есть в моем закрытом канале. Там все просто. Каждый из вас может там зарегистрироваться, каждый из вас может с этим разобраться. Ребята, это очень-очень просто. Теперь в разделе котировки нажимаем на поиск. В поиске пишем английскими Apple. Нажимаем на первую позицию. Это наша акция Apple. И в разделе «Приказ», видите, одна штука, да? Мы нажимаем «Выставить приказ». Все. Мы купили одну акцию Apple. Ребята, это 5 секунд времени. Вот так сейчас это просто сделать. Это 5 секунд реально времени. Каждый из вас может инвестировать в акции. Покупать маленькую часть компании. Мы купили маленькую-маленькую крошечную часть компании. Все, ребята, это все, что вам нужно знать на первых порах. Теперь, зачем мы это все с вами делаем? Какая цель? Какая цель моей работы? Какая цель работы моего закрытого канала? Зачем? Самое простое, чтобы быть при деньгах, чтобы быть при бабках. Философия в том, чтобы все свободные деньги инвестировать в бизнес. Вы откладываете и инвестируете в бизнес на протяжении всей жизни. Понимаете, ребята, это не о том, чтобы вложить $100 через там 2 месяца поднять косарь и забрать бабки. Нет, ребята, это история о том, чтобы на протяжении всей жизни инвестировать в бизнес, инвестировать свободные деньги, создавать свой капитал, и чтобы эти деньги работали на вас. Работает компания Apple, продает айфоны, работает компания там McDonald's, люди ходят в рестораны, и вы зарабатываете. Вы владеете маленькой частью бизнеса, и через 10-20 лет у вас будут огромные деньги. И на эти деньги вы сможете жить. Вот в чем суть. Ребята, это стиль жизни, чтобы у вас были деньги. Потому что большинство людей живут на последние деньги. У них нету ни сбережений, у них нету акций, они не владеют никаким бизнесом. Они просто живут от зарплаты до зарплаты. Это дичь, это полнейшая дичь. Я учу своих подписчиков быть при деньгах. Тысячи людей благодаря мне изменили свою жизнь и стали богатыми. Богатыми в каком плане? У них есть деньги. Человек, у которого есть в запасе $1000, уже богаче, чем 50% населения, блин, планеты. Потому что большинство людей живут в долгах, в кредитах, живут одним днем, у них нет даже сбережений. Если у вас уже есть в неприкасаемом запасе косарь баксов, вы уже богатый человек. Вы уже богатый человек, у вас уже есть деньги, вы не нуждаетесь в кредитах. А если у вас еще есть золото, а если у вас еще есть крипта, а если у вас еще есть акции, вы богаче, чем 80% населения. У большинства людей этого нет, они не понимают, что можно так жить. И так может жить каждый, вот в чем моя философия. Понимаете, это стиль жизни, это не срубить бабла в быструю, ребята. И я реально этим горжусь. Что вот моя философия меняет мир, что тысячи людей благодаря моим видео изменили жизнь. У них уже есть деньги, доллары, золото, у них есть акции. Они уже богаче, блин, своих сверстников. Ну разве не круто? Потому что мне говорят: Тарас, ну что, многие стали миллионерами благодаря твоим видео. Ребята, да речь не в миллионерстве. Чтобы стать миллионером, нужно рисковать. Нужно заниматься масштабируемым делом, вы это знаете. Это не каждому под силу. Но вот быть при деньгах
могут все. Каждый из вас может быть при деньгах. Это самое главное, быть финансово независимым. Теперь по поводу моего закрытого канала, мне говорят, что, блин, $200 это много. Ребята, я же проанализировал работу своих конкурентов. У них доступ стоит по $300 на год. У меня пожизненно $300 на год, $500. Чтобы зайти в телеграм-канал и увидеть сообщение, покупайте эти акции и входите в это IPO $500 за год. И там никто с вами лично не общается. Я с каждым общаюсь лично, представляете? У конкурентов такого нет. И у меня цена $200. $200 вход пожизненный. А у них 500 и вход всего лишь на год. Я с каждым общаюсь лично. Я даю рекомендации, материалы. Материалы мы дополняем. Люди интересуются какой-то темой, говорят, мы не можем там зарегистрироваться. Мы дописали видео с регистрацией. Плюс я еще готовлю 2 новых видео в курс. Материалы добавляются, а цена остается такой же. И вы говорите, $200 это много? Ребята, это мой продукт. Я буду его защищать, я буду за него топить. Это дело меняет жизни людей. И я в нем уверен. Это мое дело. Я выкладываюсь на максимум, когда работаю. И поэтому я буду защищать свой продукт. И расхваливать его, конечно же. Потому что у меня не так, как у конкурентов. Я все просмотрел и хочу сделать лучше. Хочу дать больше ценности людям. Теперь по поводу ответственности. Ребята, я не какой-то вам там эксперт с суперэкономическим образованием, у которого нету бабок и который говорит, покупайте акции, а сам этого не делает. Потому что у него нет денег и плюс он не хочет рисковать. У меня максимальная ответственность. Потому что если я говорю покупать золото, я сам покупаю золото. Если я говорю что-то покупать, я сам это делаю. Если я говорю, инвестируйте через эти 2 брокера, я сам через эти брокеры инвестирую, у меня там куча денег. Вот, например, на брокере Freedom Finance я покупаю их акции, понимаете? И это не 1 000 000 рублей, это десятки миллионов рублей у меня там. То есть я тоже рискую. Если люди теряют деньги, я тоже теряю. Я теряю больше всех, потому что у меня очень много там денег. Как говорил Талеб, ремонтировать вертолеты должен тот, кто водит вертолет. Понимаете? Это ответственность. Вот, ребята, я специально достал золото. Слитки золота специально. Серебро. Доллары. Если я говорю, что я покупаю доллары, у меня есть эти доллары. Я не просто говорю, я не строю из себя эксперта, я практик. Я говорю то, что я делаю, и я сам рискую. Если доллару капец, этим деньгам тоже капец. Я тоже потеряю. Если серебру капец, я тоже на этом потеряю деньги, понимаете? Вот в чем моя ценность. Я делаю то, что я говорю. Зачем ты все это показываешь? А как мне еще конкурировать с этими ребятами? Как мне конкурировать с этими гуру-экспертами, которые только советуют, а у самих нет денег и сами никуда не инвестируют? И не несут ответственность за свои советы. Они не несут. Они сказали, покупайте биткоин. Биткоин упал, а им пофиг. У них же нету биткоина. Как мне еще конкурировать? Да, я буду показывать. А почему бы нет? Я всего этого добился с нуля. Я не человек слова, я человек поступка. И буду эти поступки подтверждать и буду это показывать. Вот вам моя позиция. Короче, ребята, давайте подведем итоги. На протяжении всей жизни создавайте себя. Создавайте свой капитал. Создавайте. Так вы просто будете тратить деньги. Понимаете? Если даже вы откладываете, деньги будут обесцениваться. Вы должны откладывать. Но и вы должны еще и инвестировать. Я это делаю, я создаю свой капитал. Как я это делаю, вы можете посмотреть у меня в закрытом канале. Я там полностью показываю и рассказываю, где у меня деньги, что я делаю, что я покупаю, что я продаю. Вы можете также делать. Вы можете просто меня копировать. У меня большие объемы, у вас будут маленькие объемы. Но если вы начнете сейчас, вы навсегда забудете о проблеме с деньгами. Навсегда. Я не рассказываю басни о том, вступайте ко мне, и каждый из вас станет миллионером. Я уже говорил, что такое миллионерство. Но быть при деньгах могут все. Позаботьтесь о своем будущем, позаботьтесь о своих детях. Итак, буду прощаться. Если хотите посмотреть, как я зарабатываю, переходите ко мне в телеграм-канал, первая ссылка в описании. Если хотите ко мне в команду и инвестировать за мной, вторая ссылка в описании, переходите. Если не хотите, инвестируйте сами, но уже начните. Не смотрите, не ждите, вот я там что-то подожду и начну. Нет, уже сейчас начинайте. Сейчас вы уже можете отложить деньги. Сейчас вы можете позвонить в свой банк и заказать маленький слиток серебра. Вы сейчас это можете сделать. Не ждите, вам не нужен никакой там закрытый канал для этого. Уже начинайте. После этого видео вы самостоятельно сможете зарегистрироваться и купить себе акцию. Не обязательно акцию Apple. Есть акции там по 50 центов, по $2 есть акции. Каждый из вас может пополнить счет на $10 и уже начать инвестировать. Но повторюсь еще раз, это в долгую. Вы создаете свой капитал, это стиль жизни, это не срубить быстро денег. Как говорил Уоррен Баффет, если вы не планируете владеть какой-то компанией 10 лет,
нет смысла покупать эту компанию. Представьте, что вам сказали: выбери три бизнеса, которыми ты хочешь владеть. Это и будут те компании, акции которых вы должны покупать. На всю жизнь, на всю жизнь. Короче, ребята, Инстаграм мой в описании, там много интересных и полезных постов. Все каналы мои полезные в описании. Канал по мотивации, канал по заработку, обязательно на него подпишитесь. И канал с новостями, там крутые, интересные, полезные новости. Вы знаете мой стиль контента. Короче, ребята, если это видео понравилось, обязательно поставьте ему лайк, поделитесь им с друзьями. Всем желаю больших денег, всем желаю по жизни быть при деньгах. И забыть, что это такое, когда нет денег, когда думаешь, а может быть подешевле купить продукты, а как оплатить коммуналку, чтобы вы забыли за это. Я через это прошел и хочу это забыть, как страшный сон. И желаю вам тоже это забыть. Всем пока. И, конечно же, подпишитесь на этот канал, на канал Инстардинг, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. До миллиона еще немного осталось. Уже снял петличку, забыл дописать эту фразу. Так что подписывайтесь. Возможно, это самый полезный канал в вашей жизни. Я надеюсь, что это так. Всем спасибо.